Прикоснуться к истории и попробовать традиционные холодные супы можно было на улице Карла Маркса в субботу. На пешеходной зоне прошел очередной фестиваль серии «Трикотажка Фест». Здесь у нас разбито в начале улицы перед физматом у нас идет маркет с разными ремесленными изделиями. Там есть и Богородская фабрика, Косторез есть, есть наша матрешка, лоскутная вышивка, очень много всего, гончары, плюс еще немножко фермерских продуктов и тоже угощений. Дальше у нас идет зона музея советского детства. Плавно мы переходим в музей Абрамцева, в музей-заповедники с мастер-классами. Потом у нас пошла зона угощений от кафе на улице и от блогеров. Окрошка, тюрис, пас, он же танафапур – все это холодные супы, которые хорошо есть в летнюю жару. Их предлагали гостям праздника. Обжаривается сначала лук немножечко, потом туда вода, кинза, специи, мацони. Мацони – это кисломолочный продукт, закавказский. Очень вкусненький, он освежающий. В принципе, потом добавляем туда рис. Варится рис, и это у нас суп. Можно добавить мяту, можно добавить яичко, кто как что делает. Это уже альтернатива нашей окрошки. Холодненький летом, достаете из холодильника холодненький суп после жары – прекрасно. Спас – это суп из закавказской кухни. Повара говорят, что он хорошо освежает и улучшает пищеварение за счет того, что в его основе лежит кисломолочный продукт мацун. Кулинарный праздник на Карла Маркса – это только половина фестиваля. Кроме летних супов, гости могли покататься на старинном велосипеде «Пенни Фартинг», узнать, как правильно пить чай по-английски и как проводили вечера русские дворяне 19 века. Фестиваль живой истории проходил под звуки шотландской волынки. Не только услышать об истории, но и стать участником проекта, в котором можно к ней прикоснуться, предлагали посетителям у стенда Tom Sawyer Fest. Это проект по реставрации старинных домов. Волонтеры выбирают здание и восстанавливают его силами спонсоров и добровольцев. В июле 2019 года работы начнутся в Сергиевом Посаде. Здесь, собственно, сам наличник, потому что это элемент исторических домов, которые мы собираемся восстанавливать. Здесь представлены дома, которые в других городах Tom Sawyer Fest восстанавливаются. Уже фестиваль проходит в 40 городах России, и Сергиев Посад будет первым фестивалем Московской области. Первым домом, за который возьмутся организации акции Tom Sawyer Fest в Сергиевом Посаде, станет дом на Вифанской, 5. Старт спланирован в субботу, 13 июля. Алена Ромашкина, Антон Коврижных. Тема.